Итак, друзья, я вас приветствую в городе Якутске. Сегодня у нас 16 мая, и в это время мы все ждем ледохода. И, наконец, именно сегодня он дошел до города Якутска. Сейчас вот здесь место такое паломничество всех жителей, кто хочет посмотреть на это замечательное действо. На самом деле мне позвонил Нюргун, он сейчас собирает катамаран чуть дальше. Я сейчас просто здесь остановился, это паромная переправа здесь, городская. Ну, просто увидел, что люди смотрят, и решил подойти. А так поедем дальше сейчас, потому что здесь ледоход, он вот здесь заводь, поэтому лед стоит. А именно сам ледоход идет дальше. Да, что-то пока не проехать. Плиты что-то там делают, не знаю. Здесь видно, как вода постепенно наступает на берег. Скоро, мне кажется, эту территорию сильно затопит. Ну, не кажется, а затопит точно. Главное, чтобы этот затоп был не сильный. Вот встретил знакомого по передаче. Как наша передача это называется? Ну, Беркир, Питерский Якут, это передача. Питерский Якут, канал, да. Ну, вот спотался с ним даже на память на берегу Дарголасского причала. Да. Это такое везение встретить человека, которая передача мне очень нравится. Я постоянно смотрю эту передачу. А как вас зовут? Алексей. Алексей, да, очень приятно. Передавайте всем привет, родным своим тоже, может. Ну, что, всем привет, кто меня видит, всем родным, все, кто меня знает. Спасибо. Еще раз хорошего. Да. Давайте передачи хорошие, ребята. Спасибо. Рад был вас этим увидеть. Спасибо, взаимно. Вот видишь, теперь буду всем хвастаться, что я встретил такого человека. Это не так часто бывает, правильно? Да, здорово, мне тоже приятно. Так вот. Со своей, видите, ну-ка, собачка, рыбачка моя. Ух! Ух! Это ее называют... Опасно, да? Помещение, она это, никого сюда... Не пускает, это, да? Не пускает, это ее, ну ладно, все хорошего, да? До свидания. Всего хорошего. Вообще, друзья, хотел сказать пару слов. Вот сейчас я, наконец, выпустил фильм. Долгожданное это событие, целый год после его завершения производства, пока кинотеатры, пока эти документы. И вот, наконец-то, уже он в общем доступе. Я этого ждал момента очень долго. И хочу вам сказать огромное спасибо всем за поддержку, кто поддержал, потому что начало очень хорошее. У нас более 40 тысяч просмотров за несколько дней, за праздничные дни. Для двухчасового видео это очень здорово. И это все благодаря вам, то, что вы активно начали смотреть с первых же минут, первый вечер, когда я его выпустил 8 числа, за то, что вы писали такие замечательные комментарии. Просто вам огромное отдельное спасибо за это. У меня прям, говорю, слезы на глаза наворачиваются, когда я читал вот такие замечательные оценки. То, что вот фильм смотрится на одном дыхании, то, что вот, ну, то, что вы оценили этот труд, на самом деле. Иногда просто со стороны можно не увидеть, но многие прям с пониманием отнеслись, насколько это было непросто все это сделать и сделать качественно. Поэтому огромное спасибо тем, кто еще финансово меня поддержал. Для меня это сейчас самое большое препятствие, чтобы двигаться дальше, вот поэтому сейчас вот немножко трансформирую свою деятельность. И вот я даже не просил, люди сами стали мне сбрасывать на карточку в реквизиты, которые в описании. Ну, потом уже и написал пост с просьбой поддержать финансово. Поэтому каждому отдельное большое спасибо еще вот за эту, за всю поддержку, которую вы мне оказываете. Это просто для меня мотивация и энергия двигаться вперед. Спасибо вам большое. Подняли катамаран. Перемещаем его в другое место. Ледоход на реке Лена. Еще моща. Моща, конечно, здесь. Вот это да. Плотный снег идет. Лед идет. Плотный прям. Толкается. Тут осталось, получается, буквально метр, и уже затопит. Вот это все затопит. Застрял вот этот вот кальмар, который контейнеровоз. Вот только что вытащили его. Вода вот уже прибывает. Ну, получается, кальмара вытащили. Бульдозером с той стороны дернули. Вот видите, вот там труба лежит, и она всасывает воду с той стороны. Дамба, она вот выходит.
кое-как вытащили, вообще повезло. Повезло. Вот сегодня катамаран спускаем на воду. Да, это туда тоже. Вот, ребята. Все, загрузили. Пакуемся. Бой. Бой, все, стартанули. Часа 4 нам ехать. Да, да. В итоге, друзья, на ледоход я не успел, заработался. И мы едем на КТМ на сплав. Вот так вот планы резко поменялись. Там тоже есть ледоход. Тормознешь, да, ворота закрывают. Мы до Лены же доедем, там ледоход же, да, по идее, должен идти в это время. Ледоход. Вот и девчонки у нас. Погода у нас дождливая, но и солнечная одновременно. Прогнозы говорят, что дождя сильного не будет, да? Или уже говорят, что будет? Ну, пока нормально вроде. Пока нормально, но... Все дожди уже прошли. Мы на границе Кангаласского улуса. По традиции обязательно надо на дорогу, на удачу покормить духов местности. Вот я успел приготовить оладушки. Поселок Булгунихтах. Приехали на берегу реки, и вот тут видно, что ледоход уже свою силу потерял. Да, здесь уже, получается, весь ледоход ушел в Якутск практически, основная масса льда. Но смотрится все равно здорово. Красивое зрелище, когда вот эти глыбы льда вот так вот напирают на берег. Ни разу я такого еще не смог заснять. Мощь чувствуется прям. Представьте, вот эта толща льда. Всю зиму была... 1-2 метра, наверное, лед. Ну, может, меньше где-то. Необычная структура у него формируется. Вот и лагерь. Сплавщиков будет в этот раз много, похоже. Тут все ребята классные. Что Маяк Стас, что Денис Якутия Тревелерс, что Федор Якутия Трип. Все классные. В зависимости от того, с кем вы успеваете общаться, с кем знакомитесь, как бы. Плюс-минус оно одинаково выходит. Нет, все же одного менталитета. Да, конечно. Конечно. Единомышленники. Да. Да. Не важно, кто позвал. Боешь ты от того, кто будет нести за тебя ответственность. Всем доброе утро. Ночка была, конечно, холодная, до -3, заморозки сегодня были. Но под утро нормально уже. Вот такая у нас поляна на берегу реки. Здесь разные турфирмы собрались. И пока здесь в основном организаторы. И вот наша банда. Сегодня ожидается до 50 туристов приедет. Сегодня вообще будет аншлаг на реке, я так понял. Река достаточно такая быстрая. Ребята, вовсю готовится. Хорошо, доброе утро всем. Так, спалось? Да, так, не спал. Всем телезрителям почти, привет. Да. Из Якутии Трип. Якутия Трип, точно, да. Готовимся к сплаву. Сегодня у вас много туристов собирается, да? Да, у нас сегодня так, 22 и 23, это 45 туристов. Инструкторов 6. Почти 56 инструкторов, да? И один будет готовить. А нас с собой возьмете? Подстрахуйте нас по дороге. Подстрахуйте. О, спасибо. А Федор же, да, зовут? Да, Федор. Очень приятно. Вы директор, да? Начальник.
И сами все делаете, рубите, таскаете, да, тут без дела? Да, конечно. Не сидите? Это дело энтузиастов, как сказать. Чисто для души работа, да? Да. Ну, другой человек так не будет заниматься. Именно тот, кто... Тому, кто природа... С любовью и с душой подходит. К делу. Ну, удачного сегодня сплава, чтобы было весело. А река как? Речка, сейчас вода чуть подспала. Нынче снега не очень много. С прошлой недели примерно на метр упал. На метр уже, да, с прошлой недели? То есть камни повылазили всякие? Да, сейчас будут повороты. Все эти. Ну, всех ждем на сплавах, на наших турах. Якутия Трип. Приезжайте, любуйтесь природой. Любите природу. Будьте ближе с природой. Да. Это НВК, да? Нет. А первый канал? Парни, доброе утро. Доброе. Ну что, сборы полным ходом? Да. Туристы скоро будут, катамараны собираются. Работаем. Да, погода очень разнообразная. Град пошел. Но зато не дождь. Вода портится. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Блин. Вот Руслан смотрит мои видео. Почти с первых, да, говоришь, лет 5? Да, с первых видео, где ты снимаешь, там, когда ты впервые приехал в Якутию и минус 50 гуляешь по городу и рассказываешь там про Наташу, про город кишками наружу, то есть, ну и про Трубинаш. Ага. Вот, вообще прикольно. То есть я все это знал, но как бы для меня это все равно было приятно, ну, взгляд другого человека с Питера на нашу родину. Вот это было вот прикольно. Поэтому я как-то заинтересовался и прям загорелся и постоянно смотрю в тебя. Круто, спасибо. Сегодня ты инструктором? Да, сегодня я инструктор. Мы будем сплавляться на 6 катамаранах. И байдарки, наверное, будут. Байдарки тоже, да? Да. Вот мы постараемся успеть собраться с вами, чтобы пойти. Да. Было веселее вместе. Да, было круто, да. А так, погода сегодня вообще классная. Ага, разнообразная. Да, сегодня был град, солнце, жара была. Ну, короче, май в Якутии это такое, то, что... Это Якутия. Это просто одно слово. Байдарочка моя. 3 года я по таким речкам не ходил. Ну, последний раз здесь на КТМ и был. Уже соскучился. Конечно же. Виталий, ты вчера интересную историю рассказал. Мы вот познакомились. Оказывается, он тоже приехал с Питера. Частично, да? Да, да. Год прожил в Питере. Год прожил в Питере. Вообще сам с Хакасии, где я только не жил. И вот каким-то меня образом занесло в Якутию. Потрясающий регион. Как мы с тобой вчера познакомились вечером? Ну, я услышал, что приехал Эркен Питерский. Человек, про которого я слышал 2,5 года, не видел. И пошел знакомиться. Потому что все говорят, а ты с Питера? А ты питерского знаешь, да? Да, как иначе. И вот вчера познакомились. Наконец-то, наконец-то. Потому что, говорю, 2,5 года. А ты знаешь, а я не знал, а теперь знаю. Вот Виталик предложил вчера нам вместе пойти, да, чтобы нам было безопаснее под вашей опекой, да? Частично. Да, 2 группы. Ну, спасибо. В добрый путь. Увидимся на реке. Там. Представим наших героев. Лена, Оля. Парни, вас как зовут? Серега и Паша. Да, вас я запомнил. Думаю, не натягивал. Ну все. Почти все готовы. Анатолий, ты что ли? Здорово. Тоже на сплаве? Девочки здесь, девчонки? Они должны были уйти, а мы это в Якутии, у нас там 2 автобуса. А это ты что с кем? А мы сами приехали, вот присоседились с ребятам просто. А-а-а.
вчера они предложили нам самим не идти. На байдарке, да? Да, да, да. Там очень аккуратно, там этот есть прибой, прибой. И сразу обратный вал. Там очень часто, ну, можно лечь, короче. Он это... буквально вот 2 километра, поворот большой. Это скала будет, да, где? Да, да, там лучше идти ближе к берегу проходить. К левому, да? Да, то есть, потому что вал, он прямо идет это, от скалы. От скалы, в, да? Да, в основном все ложатся там. Ложились прошлый год на байдарках. Поэтому не повтори их опыт. Ладно. А дальше нормально. Готовы? Да. Молодцы. С Богом, короче. Так, левый работает. Ну, вспомним. Руки-то должны сразу понять. Елочку обошел. Привет. Как идется? Хорошо. Хорошо? А? Снимаешь, да? Ну, да, по чуть-чуть. Вот вас сейчас снимаю. Можете помахать. Я там хотел постоять, развернулся, а течение такое, оказывается, уже вошел в струю. Воу, задом. Ух, валы какие хорошие. Если я по ним буду сейчас находить, мне кажется, наберется вода. Придется сливаться. Чуть-чуть не перевернуло. Это что такое? Опа! Как неприятно! Опа!
Это был тот самый первый порог? Ну, больше такого не будет. Серьезно? Это мы так быстро дошли до него? А где прижим, про который мне рассказывали? Вот он. Это он на месте? В этом году он не такой страшный, да? Ну, сейчас он, да, сейчас видишь, как камни. Камни повылазили, да. Я-то не ожидал, я сел тоже на камень. Проскреб. Все, это был самый экстремальный момент, да, можно сказать? Пойду еще раз. Да, успел? Ну да. Косые валы чуть-чуть были, чуть меня не бортануло. Это мы эту штуку нашли. Прикольно. А, так, это мы, конечно, красивая речка. Кайф. Уже устье КТМ, Лена, там ледоход, кстати, идет хорошо. Вот здесь все останавливается сходить на пещеры. Где-то они тут. Ну все, финиш. Ветер тут прям на линию. Да что такое? Крутит. Сейчас спустился прям. Неприятно. Льды идут. Я надо сейчас спускаться вот там. Здесь еще такие глыбы льда на берегу валяются. Ребята уже собирают кат. Быстро они пришли. Очень холодно на Лене. Ветер такой прям ледяной. И вот тут все собираются, на УАЗиках выезжают.